Всем привет, меня зовут Роман, это канал Роман Плей и Fortnite магазин предметов. Так, ну что, я смотрю, тут много чего вернули в магазин интересного. Кто хотел Кратоса, кто хотел Хейла Мастер Чива. Там Кратос, особенно этот Леофян, его кирка очень хотели. Но Трейс и Скотта, не знаю, сколько времени прошло, уже примерно месяц, как обещали. И кто-то там говорил из стримеров, и также там датамайнеры там говорили, что значок поменяли его, там все проще. Но так его до сих пор и нету. Не знаю, появится ли он вообще или нет. Вот мне даже жалко тех людей, кто вот, ну, ждет, кто в первую волну не купил, да, вот Трэвиса, а сейчас как бы он не появляется. И, к сожалению, жалеют люди тех, кто туда не купил его на первых этапах. Потому что скин реально прикольный, классный. Так, ладненько. Не будем об этом, у нас сегодня в магазине немножко другое, так что давайте поехали посмотрим. Так, ванна с семьи, вернулась эмоция, ну не знаю, кому-то понравилось, чем-то, конечно, она прикольная, чем-то как-то такая не очень. Но, тем не менее, как бы, ну, люди ее используют, я вижу, в лобби всякие. Так, она, конечно, с авторским правом замучена, но уж, извините, YouTube не позволяет с авторским правом запускать музыку. Так, вспышка, очень классный и крутой скин, рюкзак такой в огне, типа вот эта черная дыра, на которой мы лицезрели когда-то, огненный шар. Так, и дефолтиков тут вернули, всякие винтажные Рамирес, начинающая охотница, их уже, кстати, не первый раз добавляют, но когда первый раз добавили, это уже получается третий, да, примерно. Так, юная дикая кошка, первая банши. Кстати, у всех там есть два стиля, да, а на некоторых скины нету. Допустим, Джонси первый, его нету. Он только один. Ну, от этих всех остальных есть. Два стиля, получается. Да, и вот это даже есть. Дефолтный дельтаплан, изначальный, который вот самый-самый первый появился. Так что, ну что, простенький такой дельтапланчик. Так, что у нас тут еще в магазинчике? Так, дезактиватор. Ну, такой какой-то костюм. Патоген. Ну, такой, знаете, скин на любителя. Стили, конечно, есть. Да, стиль такие простенький, просто цвет меняется, комбинезон и все. Так, первое появление в сезоне четвертом, да? Ну, так, и на рюкзак тоже стиль есть, ну, прикольно. Ну, такой на любителя, не знаю. Тогда, после, ну, в том сезоне, когда он появился, это было круто, это было, ну, что-то там, какие-то уже начали скины появляться. Да, сейчас, как бы, это может не очень, уже более покручивые скины. Так, зеленый визор, или визор. Ну, чем-то прикольненький скинчик, но он кого-то напоминает. Вот очень похож на какого-то там, только не что Галакта по-другому сделан, а так, в принципе, очень похож. Вот не могу вспомнить, но у кого-то он напоминает. Если, может, кто вспомнит, может, в комментариях-то напишите. Просто как бы, ну, сейчас после него какой-то скин, или, может, до него появлялось какое-то, ну, нечто, чем-то похожее есть. Так, верная команда. Там что-то нарисовано. Ну, честно сказать, что-то так даже необычно. Просто таких не оберток вот реально белых не было еще. И там какие-то там нарисованы человечки всякие. Прикольно. Ну, чем-то да, прикольно. С анимацией. А, они еще анимированы там. Моргалками хлопаются, круто. Ну, честно сказать, она везде нормально подходит. Вот на катере особенно смотрится, ну, офигенно. Просто они очень большие эти. Так, диджей за пультом. Входит набор виниловый скретч. Ну, прикольненькая эмоция. Поколбасится где-нибудь в лобби или... Так, в игре. Так. Гимн отряда, уже третий день стекаю в магазине. Я смотрю, эмоция очень всем нравится. Ну, действительно прикольно сделано. Такая душевная песенка. И тем более она еще в движении.
Конечно, единственное, что вот она просто открывает рот. Ну, как могли, так и сделали. Так, хоп, за 200. Так, вот как раз-таки Кратос. Комплект Кратоса. Кирка, конечно, очень вообще офигенная. Она очень имбовая, топовая вообще, там, как крутая, супер, там, пупер вообще. Ну, вот, что еще можно сказать? Реально, она крутая. Выглядит очень классно, плюс еще эмоции в комплекте. Давайте, ладно, сначала посмотрим, ну, весь набор. Вот сам Кратос, да. Стиля на него нету, просто такой. Рюкзачок такой, голова вот эта с игры, которую, да, он отрубил. Или нашел, не помню уже. Давно это была игра. Но, тем не менее, прикольно. Вот сама Кирочка, да. Она замерзает, потом остывает. Да, напомню, всегда очень довольно-таки крутой. Просто щит, да, он такой небольшой. А вот эмоция. Замерз, хоп, стряхнул, все, лед. Вообще классно. Так что кто-то что-то и не прикупил, можно сейчас докупить. Ну, это можно все по отдельности приобрести. Так, ну это вчерашний набор. Лазер Бим. Давайте-ка быстренько его пролистаем. Ремонтник такой. Ну, чем-то прикольно. Ну, не знаю, я решил его не брать. Конечно, в комментарии написали, что там крутой скин, да, там. Но, не знаю. Я уже V-Bucks составлю, может, что-нибудь покруче появится в магазине. Так что не будем его покупать. Кирка, конечно, прикольно, что двух видов получается. Либо, блин, либо короткий, да, вот. Сам стержень, да, либо ручка, вернее, не стержень, либо длинная, да. Рюкзак прикольный, кстати говоря, вот этот. Ну, вот рюкзак отдельно не купить. Видите, это не рюкзак, а бэкпэк. Такой печенька там. Ну, эмоция, первый обед, посидим, пожрем, да. Также это можно все по отдельности прикупить. Так, и Halo Master Chief комплект, да? Ну, такой вот у нас Master Chief. Вот его рюкзак, такой голограмма, боевая легенда. Кирочка его. Довольно-таки такая мощная. Ну, вот Дельтаплан, да, конечно, он очень большой. Это вот анимация, когда вот этот пеликан... Кон заходит очень долго, и когда он пока хватается за эти ручки, то, ну, реально, как бы долго все это выглядит. И тем более, когда едешь, в общем, ну, не едешь, летишь, то обзор очень закрывает. Эмоция вообще прикольненькая, малютка в бипере. Вообще там, по первости в лобби, я не знаю, вот все катались, значит, кто купил эту эмоцию, вот все катались на этой машинке. Сейчас не знаю, может быть, кто-то не купил. Опять сейчас продолжатся покатушки на этих тачках крутых. Так, ну также можно все по отдельности купить это дело. Так, вот в принципе-то и все. Весь магазин. Повторюсь, что как бы, ну, ждали вот именно Левиафан Кирку Кратоса. Может, тут и Кратоса сам ждал. Ну, кого Кирку больше ждали, потому что, ну, очень видел много всяких форумов, там общения, там в таких группах, что когда выйдет вот эта Кирочка. И вот самая обсуждаемая тема, когда вернут Трэвиса. Трэвис, не знаю, вообще вернется ли, не буду ничего обещать, потому что я сам как бы точно не уверен. Конечно, некоторые говорят, что да, да, он будет. Ну и что, короче, это просто кликбейт, это вранье. Не надо людям врать, надо говорить правду. Если ты сомневаешься, лучше говорить, типа, ну я не знаю, может быть. Вот и все. Ладненько, вот такой магазин сегодня, в принципе, он, ну, ничего такого нового нету, но он классно выглядит, потому что все-таки вернули Кратоса, Левиафан действительно кирка очень офигенная, кто-то, может, Мастер Чиву что-то там не докупил, может, вообще там набор захотел купить какой-то, ну и так вот, допустим, дефолтные скины, вспышку, ванна 7, эмоция, так что много чего крутого. Ладно, поддерживаем ТК автора, поддержка это приятно. Ну а так, спасибо за просмотр, ставим лайки, оставляем комментарии, обязательно подписываемся на канал, не болейте, будьте здоровыми, счастливыми, все, всем пока-пока.